Всем привет! Начинаем второй всего лишь по счету наш брейк ВКонтакте. Те, кто уже участвовал в брейках по коллекции премиум КХЛ и коллекции 12 сезона базовой, прекрасно знают этот формат. В Инстаграме у нас прошло уже несколько десятков брейков по разным коллекциям, и в том числе и по этой. А для тех, кто впервые смотрит или участвует, формула та же. Два блока коллекция премиум КХЛ 12 сезона и посвященная также неделе звезд хоккея, то есть матчу звезд, и один блок вскрываем по базовой коллекции 12 сезона. Ну что ж, давайте приступим. Начнем с блока по коллекции премиум. Всем удачи, спасибо всем за участие. Редкий формат, редко мы ВКонтакте проводим брейки. Если все отлично зайдет, то будем стараться чаще это делать. А так, посещайте наши аккаунты и в Инстаграме, и ВКонтакте. Ну что ж, приступаем. Первый пакетик. Напомню, три карточки в каждом пакетике. Здесь сразу у нас, по-моему, редкая карта. Денис Давыдов из клуба «Чайка». Далее Мальте Стрёмвель, Сочи. И сразу автограф. Автограф Йокерита Марко Антила. Первый номер из 9, тираж всего лишь 9 экземпляров. У этой карты первый номер из 9, 9 таких автографов этого высокорослого, более 2 метров хоккеиста выпущено. Ну и это первый номер из этих 9 карт. Ну что ж, отличное начало брейка. Сразу в первом же пакете автограф. Напомню, в каждом блоке по коллекции премиум содержится 2 живых автографа игроков континентальной хоккейной лиги, а также 3 карты ограниченного тиража, 10 и 20 экземпляров, рубиновые, изумрудные параллели, а также много карт различных подсерий по матчу звезд, дебютантов сезона. Двигаемся дальше. Анна Шибанова, Агидель. И тут снова Йокерит, Саку Мяеналанен. Изумрудная крас параллель, тираж 20 экземпляров, данная карта 13 из 20. Да, по Йокериту мощное начало. Двигаемся дальше. Владимир Ткачев, представлявший на матче звезд питерский СКА. Итан Верек, Кунь-Лунь, подсерия первый сезон. Найджел Доус, представлял на матче звезд автомобилист. И карта подсерии ЖХЛ, Анастасия Чистякова, Динамо Санкт-Петербург. Давид Скленечко, Йокерит. Кирилл Капризов, ЦСКА, пока еще ЦСКА, со следующего сезона, а может еще и с этого, если разрешат участвовать, игрок Миннесоты Вайлд. Анна Пругова из Агидели в такой шуточной маске. Ну, матч звезд, там происходят разные странные вещи. Амир Мифтахов, молодой голкипер Акбарса. Стефан Дакоста, Локомотив. Фануза Кадирова из клуба «Горный» женской хоккейной лиги. Шимон Грубец, Кунь-Лунь. Дмитрий Яшкин, Динамо Москва. Людмила Белякова, Торнадо. Джо Морроу, Динамо Минск. Иван Бочаров, Динамо Москва. Карты из апдейта к коллекции «Неделя звезд хоккея». Леа Лам, Кунь-Лунь, Ванке Рейс. Спенсер Фу, Кунь-Лунь. Юса Хиетанин, Динамо Москва. Екатерина Лебедева, Агидель. Также в этой коллекции, помимо игроков КХЛ, автографы еще и девушек из женской хоккейной лиги присутствуют. И они даже более редкие, чем автографы КХЛ-цев. Мэтт Уайт, Нефтехимик. Шенкевич, Витязь. И Гусейнов, Снежные Барсы. Шакир Мухамадулин, Салават Юлаев, Вадим Шипачев, Динамо Москва и Хелли Вильямс, Горный. Пока одна параллельная карта и один автограф в этом блоке нам выпал. Ждем, все хиты еще впереди. Александр Осипков, Динамо Минск, Яков Рылов, Спартак, Александра Вафина, Горный. Все не все, но еще 2 параллельных малотиражных карты и автограф у нас впереди. Антиньеми Йокерит, Егор Анисимов, Динамо Санкт-Петербург и Алевтина Штарева, Торнадо. Эллис, Сочи. Расмуссен, Магнитка.
Иван Савчик из Мамонтов Югры. Ханты-Мансийский клуб молодежной хоккейной лиги. Максим Соркин, ЦСКА, Шмелев, Сочи и Анишка Спутник. Спутник также это клуб МХЛ. Шрёдер, Торпедо, Йоки Пакка, ну, в Сибири, я думаю, представлял, ну, конечно, кого еще. Салов, Автомобилист, точнее, клуб Авто, клуб молодежной хоккейной лиги из Екатеринбурга. Андригетто, Авангард, Семенов, Авангард и Мотыгулин, Реактор. Пяярви Свенсон, Локомотив, Проворова, Скиф и Ефремов, Сибирские снайперы. Мёрфи, Нефтехимик, Ип, Кунь-Лунь, Бунов, Тайфун. Шабловский, Спартак. Карточка с двумя игроками, Гудочек, Диц. Ну, по поводу распределения можно в условиях брейка посмотреть. Каким образом команде, которой выпадет меньше карт в этом брейке, той команде и достанется, а точнее участнику, который выбрал эту команду, достанется эта карта с двумя игроками из разных клубов. Дзин Ван, представитель клуба МХЛ из Китая. Павленко, Динамо Минск, Лехтонен, Йокерит, Костенко, Ладья. Вот здесь у нас какой-то хит, я чувствую. Шапарев, Алтай, Брагинский, Толпар и автограф трактора Лукаш Седлак. Третий номер из 10 под серией автографов, первый сезон, дебютант континентальной хоккейной лиги Лукаш Седлак. Отличная карта. Ну и мои поздравления участнику, который выбрал в этом брейке трактор. Не помню, забрали эту команду или нет, но в любом случае карта шикарная. Мальте Стрёмвель, Сочи, Коварш, Автомобилист, Кэмберли Ньюэлл, Ванки Рейс. Здесь еще одна параллельная, я так понимаю, уже теперь карта. Автограф оба мы достали из этого блока. Брэндон Ип, Кунь-Лунь, Гусейнов, Снежные Барсы и Павел Хомченко. Первый номер из 10, рубиновая, параллельная и более редкая. Всего лишь 10 экземпляров тираж этой карты. И это первый номер из 10. Красивый номер, это тоже всегда ценится у коллекционеров. Ну, кто-то обращает на это внимание, кто-то не обращает, но в любом случае определенного ценности придает. Ну и в последнем пакетике также должна быть изумрудная параллельная трасс. Игорь Бобков, Авангард, пока что базовые карты. Лю из Ванки Рейс. И изумрудная параллель Якоба Берглунда, Нефтехимик. Тираж 20 экземпляров. Это 9 номер из 20. Ну вот так прошел у нас первый блок. По-моему, достаточно интересно. Давайте как не будем нарушать традицию, как и в предыдущих брейках, которые проводили в Инстаграме. У нас вскроем для разнообразия блок базовой коллекции 12 сезона. Здесь также 24 пакетика, только по 5 карт, а не по 3. Помимо базовых карт, здесь содержатся 3 малотиражных карты. Это карта под серией ЖХЛ, карта под серией трансферы и скрипт-автограф одного из игроков КХЛ. Идем вперед. Паскуале, Борис, Фисенко, Акбарс, Осипков, Динамо Минск, Варнаков, Торпедо, Шабловский, Спартак. Игнатович, Амур, Байков, Динамо Москва, Логинов, Сибирь, Ландер, Локомотив, Мёрфи, Кунь-Лунь. Альмквист, Адмирал, Клинхаммер, Авангард, Лев, Йокерит, Паршин, Металлург, Рясинский, Нефтехимик. Лев, Йокерит, Михайлов, Сибирь, рекламка. Дедунов, Авангард, Холланд, Автомобилист. Григоренко, ЦСКА, Покаринин, Борис, Карпов, СКА, Лазушин, Локомотив, Там, Кунь-Лунь. Грачев, Авангард, Журавлев, Акбарс, Принц, Динамо Минск, Мёрфи, Нефтехимик, Столяров, Спартак.
Слепышев — ЦСКА, Манухов — Авангард, Кулемин — Динамо Москва, Лавинин — Витязь, Вольский — Кунь-Лунь. Самонов — СКА, О'Нил — Йокерит, и скрипт-автограф — Магнус Хельберг, голкипер питерского СКА. Симпатичная карта. Обратная сторона — шведский легионер питерского клуба. Давайте рядом поставим двух голкиперов. Витасик, Амур и Шевченко Борис. Ли — Акбарс, Хиетанин — Динамо Москва, Бурдасов — СКА, Никонцев — Спартак, Томас — Трактор. Судницын — Авангард, Юхансон — ЦСКА, Грант — Йокерит, Мецело — Салават Юлаев, Линдбек — Торпедо. Бочаров — Динамо Москва, Бакаш — Адмирал, Готовец — Динамо Минск, Берглунд — Нефтехимик, Хёрсли — Спартак. Рассказов — Амур, Бек — Авангард, Бурмистров — Салават Юлаев, Нестрашел — Металлург, Регин — Йокерит. Лямин — Динамо Москва, Рейдеборн — Акбарс, Мозес — Йокерит, Расмуссен — Металлург, Княттинин — Витязь. Алкинуора — Адмирал, Григорьев — Динамо Москва, Тарасов — Динамо Москва, Федотов — Трактор, Даугавич — Спартак. Тарасов — Динамо Москва. Вот и карта ограниченного тиража. Всего лишь одна на блок карта под серией ЖХЛ в этой коллекции, в базовую 12 сезона. И здесь у нас Екатерина Добродеева из клуба Бирюса. Ну что ж, вот такая вот карта. Давайте отдадим должное девушкам также из женской хоккейной лиги. Крэкнелл — Кунь-Лунь. Плетт — Автомобилист, Бобков — Авангард, Лепистый — Йокерит, Тришин — Спартак, Подакин — Нефтехимик. Конкретный тираж на карте ЖХЛ не указан, но по подсчетам опытных коллекционеров, ну, не более 20-30 экземпляров каждой такой карты было выпущено, так что карты достаточно редкие. Фрейтин — Акбарс, Блажиевский — ЦСКА, Антила — Йокерит, Геновый — Торпедо, Щербак, ну, Щербак, конечно, не так. На американский манер немножко. Загорна — Амур, Бондарев — Авангард, Швец — Роговой — СКА, Зубов — Спартак, Гончарук — Торпедо. Секач — ЦСКА, Трушков — Адмирал, Пулкинин — Динамо Москва, Хант — Кунь-Лунь, Дакоста — Локомотив. Осталось не так много пакетиков. В одном из них карта под серии трансфер. А вот в этом, по-моему, да, здесь три карты всего, потому что в середине более толстая карта трансферов. Ну, пока Нятинин — Витязь, Алтанин — СКА, и шикарная карта, сразу два топ-клуба. Патрик Хёрсли из СКА в Спартак он перешел. Номер у карты 10, тираж 30, 10 номер, то есть карта четная. Соответственно, достается команде, куда перебрался игрок, то есть Спартаку. Ну, вот еще одна редкая карта к Павлу Хомченко, добавляется еще карта под серии трансферы. Мне кажется, отличное пополнение. Брейк по Спартаку однозначно получился удачным. Горшков — Амур, Лямкин — Акбарс, Грабовский — Динамо Минск, Николенко — Металлург, Йормака — Витязь. Вообще, карты под серии трансфера достаточно интересные. Не так часто и не так много их выпускается и в зарубежных коллекциях, и в российских. Но сейчас это практически в каждую коллекцию вошло, такой тренд. Но мне кажется, достаточно интересно переходы игроков, кто откуда куда перешел, увековечить в памяти, так сказать, и в коллекции. Марченко — ЦСКА, Трямкин — Автомобилист, О'Нил — Йокерит, Атюшов — Нефтехимик, Косов — Трактор. Потапов — Авангард, Дыняк — Акбарс, Гудочек — Спартак, Щехура — Торпедо, Рылов — Спартак. Последний пакетик по этому блоку. Пронин — Адмирал, Коварш — Автомобилист, Россен — Сочи, Тихомиров — Торпедо, Шустер — Кунь-Лунь. Ну и переходим к последнему блоку этого брейка, блок по коллекции премиум.
еще 24 пакетика, еще 2 живых автографа сверхмалого тиража параллелки. Желаю всем удачи, тем участникам, кому не выпали карты, конечно же, желаю получить долгожданный и желаемый хит. Приступаем. Пейерви Свенсон, Локомотив, Ландыш Фаляхова, Скиф, Никита Ефремов, Сибирские снайперы. Мерфи, Нефтехимик, Яшкин, Динамо Москва, Бунов, Тайфун. Шабловский, Спартак. Снова карта с двумя игроками, на этот раз Юха Мецела и Ник Бейлин. Ну, соответственно, так как игроки из разных клубов по принципу, который описан у нас в условиях брейка, карта достанется кому-то из участников. Ван из команды МХЛ китайский. Павленко, Динамо Минск, Загорно, Амур, Костенко, Ладья. Так, у нас тут редкая карта в этом пакетике. Давайте пока с базовых начнем. Йоки Пакка в таком замысловатом наряде. Сибирь. Белякова, Торнадо. Ну, а под ней... А под ней изумрудная подсерия. Андрей Павленко, Динамо Минск. Тираж 20 экземпляров. Стрёмволь, Сочи. Сошников, Салават Юлаев. Ньюэлл, Ван Керейт. Уэрик, Куньлунь, Чинахов, Авангард, Чистякова, Динамо, Санкт-Петербург. Скленечка, Йокерит, Робинсон, ЦСКА, Пругова, Агидель. Еще одна редкая карта. Начнем тогда с базы. Кудашов, СКА, Гончаров, Русские Витязи, молодежная команда Витязя. И на этот раз рубиновая параллель по Торпедо, Тайретти. Ну вот и по Торпедо классный хит. Всего лишь 10 тираж этой карты. Давайте поставим ее сюда, на доску почета нашу. Мифтахов, Акбарс, Юмагужина, ЦСП Кифс, Свердловская область. Ну, СКСО он у нас называется в брейке достаточно. Редко эти карты выпадают. Кадирова, Горный. Грубец, Куньлунь, Бейлин, Трактор, Белякова, Торнадо. Главные хиты еще впереди. 2 автографа. Кому же они достанутся? Линдбек, Торпедо, Лехтонин, Йокерит, Акаряк, Лока. Лехтонин, Йокерит, Квартально, Факбарс, Сосина, Агидель. Ну вот здесь у нас точно хит. Давайте начнем с Егора Анисимова из Динамо Санкт-Петербург. Продолжим Сюэтин Ци из Ванки Рейс. Ну а здесь рубиновая параллель. Первый номер из 20. Андрей Шустер, чешский легионер китайского клуба. Тираж 20 экземпляров. Это первый номер из 20. Ну что, все параллелы, по-моему, вытащили в этом блоке. Осталось найти 2 автографа в оставшихся пакетах. Интрига нарастает. Журавлев, Акбарс, Доус, Автомобилист и Лиянис, Ванки Рейс. Так, ну вот, по-моему, один из автографов. Лехтонин, Йокерит, Чистякова, Динамо Санкт-Петербург. И автограф Микаэль Викстранд. Подсерия, первый сезон автографов, третий номер из 10. Микаэль Викстранд, Акбарс. Шведский легионер, дебютант КХЛ. Подписал во время дебютного сезона 19-20. Ну что ж, отличная карта. По Акбарсу заждались мы хитов. Во всяком случае, громких хитов в этом брейке по Акбарсу еще не было. Так что разнообразие. Посмотрите, разные клубы представлены у нас в основных хитах брейка. Берглунд, Нефтехимик, Капризов, ЦСКА,
Дюпина, Динамо Санкт-Петербург. Ну и последний автограф, кому он достанется, конечно, главная интрига сейчас брейка. Ниеми Йокерит, Дакоста Локомотив, Штарева Торнадо. Осипков, Динамо Минск, Яшкин, Динамо Москва, Вафина, Горный. Ну, сдается мне, что все-таки женский автограф должен быть. Все-таки три уже автографа по КХЛ, ни одного по ЖХЛ. Эллис, Сочи, Бобков, Авангард, Савчик, Мамонты, Югры. Все-таки отдать должное девушкам нужно. И, ну, мой прогноз такой. Посмотрим, как получится. Соркин, ЦСКА. Хиетанин, Динамо Москва, Анишка, Спутник. Все меньше и меньше пакетов. Шрёдер, Торпеда, Шинкевич, Витязь, Салов, Автомобилист. Ну, где же, неужели в последнем пакете? Андригетто, Авангард, Шипачев, Динамо Москва, Мотыгулин, Реактор. Похоже, действительно, в последнем пакете эта карта. Ну что ж, интрига достойная просто Голливуда. Кому достанется последний хит этого брейка? Бергманис, представитель хоккейного клуба Рига, молодежной хоккейной лиги. Денисов, Динамо Минск. Ну а автограф также по минскому Динамо. Франсис Паре. 6 номер из 9. Базовый автограф канадского легионера минского клуба. Ну что ж, вот такое завершение по минскому Динамо. Редких хитов не было. Была, по-моему, изумрудная одна карта, могу ошибаться. Ну и в концовочке Минск, конечно, дал жару. Франсис Паре. Шикарная у нас сегодня доска почета по этому брейку. Спасибо всем за участие, за просмотры. Заходите в наши аккаунты Instagram, ВКонтакте, участвуйте в брейках. Пока!